Я так рада, что мы наконец-то собрались. Да, наконец-то. А помните, был далекий 2015? Как играть-то здесь? Начинается. А, главное, быстрее охотника выбрать и всё. Press F to pay. Чё за порно? Я никого не выбрал. Так я должен персонажа выбрать. Потом. Это не та игра. Так уже день один. В смысле? У нас респаун уже, а мы никого не выбрали. А, погоди, сейчас, наверное, грузится они. Вот теперь вы можете выбрать персонажа. Что с игрой-то стало? У нас Салим и... А как других зовут? А давай все, расскажи ему, может, скриншот сделаешь? Вот нас... Я как-то... Знаете, что сейчас будет? Метеор. Я все-таки буду с ранцем носиться. С ранцем. Ой, блин. Я так и знала. Это мое второе предложение бегемота. Ты помидорка. Главное, тихо, я слушаю. Чего, это наркоман? Нам повезло. Не тут сюжет творило. Завезли. Че, новое обновление вышло? А у Инка 0 побед подряд. Лох. Фу. А у вас сколько? Даже не отображается. Так мою игру просто недавно установили. Недостойно. У меня вообще-то 38 было последний раз. Опа, обучающие подсказки. Пацаны, диалоги. А как говорить тут? Вот ты как говоришь, меня устраивает. Я что-то нажимаю. Нет, я хочу это, спамить всякую фигню, типа монстр тут там. Q, по-моему, пинговать. Пингую. У меня борода круче, поняли? Много пинговать надо. Главное, чтобы не в реальности. На какую кнопку тут про... Неважно. Используй свои инстинкты. Лети! Пользуй силу, Люк. Я вижу следы. Это не мои. А почему мне глаза не слезятся? Так, господи. F он не работает. Как включить камеру? Все. Господи, один перк, как нищеброд. Так у всех один перк, лол. Stick together, guys. Да. Боже мой, тут еще старая карта, да? Да, все старое. Джилет! Что? The best what man can get. А я завтра выходной, кстати. Инг, что, ночью играем, да, сегодня? Мне спать не надо. Ребят, вы не туда идете, мне кажется. Да все нормально, меня устраивает. Мне кажется, у нас разводит. Да блин, он сейчас отожрется до третьего левела. Так ловите. Закатает нас в пиццу. А ловить-то ты... может только один. Так это бегемот. Так ты давай лови. Он забыл. Меня не видят, что я делаю. Блин, теперь меня едят. Вот зараза. Парни, я вас пойму. На вас бежит. На север. А ловите меня. Ёб твою мать! Я же сказал. Он меченый. Что-то пугать-то, а? Как бежать, ребят? Где он? Дайте инфу. Вон он. Спасибо. Серега? О, блин, мини-карта. На тап нажми. Я узрела. Ну басы. Отстань. Боже мой. Инка, можно сменить команду? А как метить? Опа, пометил. Да этот колобок меня уж бесит. Ну все, сейчас нам будет больно. Да ничего не сделает. Карта сама иногда пропадает. Это тут бегемот пропадает. Что за тайна становится явным? Попался? По-моему, он эвольвирует, не? По-моему, он нас байтит. Он байтит колобок. Ин, есть, ты обосрался. Где у вас траппер? А как его ловить-то? Ловите его. Как стрелять? Что за физика? Ядовитость. Ядовитость. Повышенная. Пометить и отойти. Ах ты гад. Ох, нифига себе. А так можно было? А можно нормально общаться, нет? А как это так произошло быстро? А чё, так можно? Я а вот чё, не понял сейчас. А чё так что это? Что у нас снялось?
Кто снял? А, это траппер, когда падает, то тогда автоматически попадает арена. Да, я поэтому его в первую очередь начал бить. Он меня жрет. Пока еще нет. Вот гад. Мне кажется, он не встанет. Мне кажется, он умер. Не, все нормально. Мне кажется, бегемот слишком много себе позволяет. Бегемот просто жирный. Что творит? Ой, хорошая бомба, кстати. Кто там саппорт? Как смотреть? Дашкевич. Лечу. Лечите саппорта, саппорта, саппорта. Пытаюсь, он слишком Омега. Далеко. Омега, а ты кем играешь? Саппорт далеко. А что такого сложного взял? В смысле? Она сложная. Очень легко. Для первого раза. Ну, у меня 28-й раз. А, так у нас такой медик, окей. Ага. Ага, ага. Ружа не перезаряжается! Да что за... Скрытая атака, фу. И второй уровень, Мне кажется, он просто два месяца сидел, тренировался. Как пропустить это говно? Никак, смотри. Я нажал пропустить, правда. Да блин! А я буду смотреть. Короче, мы все умерли. Все по нулям. Прокачал. Какой отстой. Нажмите continue. Ready. Continue, please. Проблема. Да я читала, чё? Или у вас выходные, как у меня на завтра. Чего почитать нельзя? А что это такое? Это чё, сейчас нам помогать будут? А это что такое? А, я помню, да. А, сейчас мы яйца должны бить? Не уверена, сейчас мы выбрали. А мы сейчас выбираем, чем мы будем бить. Спасение, это, по-моему, там нужно чуваков спасать. Давайте гнезда бить. Да, да. Посмотри, я знаю, кто один голос отдал. Я тоже. Один бьет яйца, и другие два бьют яйца. Может, без этого как-то? Мерзкий фильм какой-то. Сейчас Инк опять бегемота возьмет. Конечно. А что ты такой предсказуемый? Да, вы уже предсказали один раз. О, это мой любимый Кракен. Сюжет завезли. Тихо, тихо. Как скипнуть? Ох ты, как Half-Life прям. Да, заткнись. Вот это сюжет, я понимаю. К черту Half-Life 2. А ты слышал, да, что Инкус, что они возвратили челика, который делал сюжет там халвы с порталом, типа, другого еще челика вернули. Дизайнера или кого там. Они, короче, нанимают старых этих. Ни на чего, просто. Сделают Dota VR. А что делает мой второй скилл? Куда бежать? Чего мы на месте стоим, алло? Рука, она вас воскрешает. Я предлагаю бежать что к ближайшему яйцу. Воскрешает! А, воскрешает? Все, спасибо. Стреляйте видишь, в мои точки. Малышка работает. Отлично, следующая яичка. Вообще-то Серу надо было отдельно от нас идти, потому что у него боты есть. Кстати, я пойду вспомнил. На дальние. Да, давай, а мы вниз. Точнее, мы вниз, а мы-то наверх, я, а ты вниз. Я понял, что води. Блин, что-то яйца от меня далеко. А кикните этого, как его зовут? Инка отсюда, во. А все, яйца меняются. В смысле? Ну посмотри, наверху видел, на севере было яйцо. Ой. Он где-то эвольвировал. Так и есть. Я забыл, что у меня есть летающее ведро. Ага. Дейзи, жги яичечко, жги. Абсолютно бесполезное, по-моему. Да. Ой-ой-ой. Чё вы её обижаете? Я чё-то не понял. Давайте подерёмся чё. Вот это ты зря, конечно. Он с подкреплением, нифига себе. Крепился? Кто поставил ловушку? Яблоко на снегу. Яйцо взломано. Братан. Опа-на. А, мина. Я умер, все нормально. Сражайся как мужчина. Я мертв и невредим.
Так, мне осталось найти всего лишь одного. Надо. Блин, целая минута. Не говори, он не знает. Можно много чего успеть за эти минуты сделать. А у Винка яйца хрустят. Чего? Ну, у тебя яйца ломали. Яйца ломались. О, прикольно, он тут не пролезет. Беги, брат. Он меня не увидит, но его миньоны. Да. Ага. Давай, 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 давай. 15 секунд. В дырку, лезь в дырку. Бля, комуха. Капец, а дырка была рядом. Дырка была рядом. Какая дырка? А у тебя инвиз не было уже, закончился? А мы летим, мы летим. Второй раунд. Мы выиграли? Блин. Мы выиграли, Омега. Наоборот. Когда эта херня закончится уже? Только третий день. Да все, отстань. А мы месяц играем? Ты что, устал уже? Год. Сейчас давайте другой режим, какой там, спасение, к примеру. Блядь, хомуха. Блин, как играть. Я ради. О, у меня же, я же могу раскраски менять, лол. А что значит значок около... Короны. Нас забанят короны, сейчас да. За феминизм. Элитный персонаж, значит, ты его максимум прокачал, у тебя все обилки есть у него. О-о-о! Это же моя паучиха. Ну все. Инка, дай мою паучиху. У тебя здесь нет власти. Можно я сразу сдамся? А разве мы до этого не сдавались? Нет. Понятно, вот почему я проигрываю. Пессимистка. Да нет. Вот это юмор. Я просто помню. Вот это страсти кипят на корабле. А кто я, кстати? Я, по-моему, я останусь наверху. Так, давайте спасем голодранцев. А куда бежим? Понятно. А куда бежать? А все нормально. Алло. Просто беги. Где моя собака? О, я увидела паучиху. Она бежит около меня. Не я. Держу в курсе. О, спасибо. Уже не бежать уже. Чё-то кого-то съели, да? Не? А поднять же можно, нет? Уже нет. Поймал. Кого? Молодец. Угадай. Я думаю, что поймал просто. Уйди отсюда. Ребята. Да-да-да-да, видим. Какую-то странную позицию выбрали. А где щит? Может быть... Прожимался щит. Кому-то спуститься? Щит. Вот он у меня, он заряженный, я его не могу прожимать. Прожимается щит. Отважился. У тебя что-то сейчас с клавишей. Нет, не, просто не прожимается. Что-то игра, первая часть. Спасибо. Здоровый, братик. О. Сейчас прожался, когда не надо было. Грёбаные гарпуны, они не работают. Прыгай, брат! Двойной же этот. Напоминаешь, что нам нужно спасать, а не бегать за монстром. Мы так никого не спасем. Нафига спасать, давайте его убивать. Ладно. Мы тут прошли людей спасать и Линка бить. Он меня угнали. Где он? Метка, Q. Да он побежал на к выжившим. Собака, бези. Лучше не меня, да, кого-то другого. Ну, буст. Вот другого бусти, кто быстрее добежит. Бусти. Вы не забывайте, что у меня буст не так много хватает. Какой кошмар. Что надо было делать вообще? Ой, а почему? Что это такое? Ленокс больше, чем я. Что за жесть? Как развидеть?
Как это работает вообще? Как играть в это дерьмо? Я просто убил пятерых выживших, все. Да он читак. Он просто тренировался по ночам, и все. Мне кажется, он чуть-чуть лидирует. Кто гнездо поставил? Сейчас доиграетесь. Похоже на эквалайзер. Эквалайзер? А мне интересно даже, что сейчас будет. Да ладно, единогласно. Телепорты какие-то. И вы офигели, он и без телепорта тащит. Алло. Так погоди, я протестую. Кто выигрывает-то, я не понимаю. Это какая-то дискриминация. Кому подавалки? Кому подавалки монстры? Баланс есть, нет? Нужно раскраску выбрать подходящую. Где мой электрогриффин? Электрогрифель. Нет его здесь. Как скипнуть? Помолчав. Смотри! Ниже. Что тут смотреть? Тебе что, неинтересно? Зачем нам каждый раз говорить, кто инк, а? И так понятно. Мало ли, вдруг я забыл. Понятно, что инк монстр. В каком смысле, Серег? Да? Ты чудовище! Обидно. Во всех. О, телепорт, сейчас попробую телепорт прыгнуть. Неплохо. Вон он! А? Где? Показал. Ловить вон он, там, с другой стороны пошел. Проблема о том, какой? Когда карта включена, метки не видны. На карте метки видны. Это и баланс. Мне кажется, он наелся. Наелся? Надеюсь, он будет теперь медленнее. Нет. Где он? Я бы на твоем месте так не рисковал. По-моему, это была иллюзия. Он что, ТП-шнулся? Он нас ждет. ТП-шнулся. Ах ты ж хитрая жопа, а? Жуй, свинец. Пока. Сука. Он что, вне купола? Кошмар. Как его снять теперь? Нажми на эту же способность. Серег, давай обоссы его. Пометь. Он меня жрет так-то. Кто тебя жрет? Я не понимаю. Отпусти его. Блин. Мы же 2-2 должны играть, лол. Почему мы играем 1-3? Не подлечили. Да как долететь до тебя, а? Тебя поднять. Никак. На Е. Да, на Е. Я тоже сначала не поняла, как поднимать. Инк, как сменить команду? Инк, ради бога. Альты в 4. Ты хочешь играть за те яйца? Я хочу играть хотя бы за яйца. У тебя уже есть яйца. Все так плохо. Не, все, домой. А где дом? Розетка. Там, где ядро. Ядро. Да вон ядро, выключите, вон силовой поле. По-моему, он на ядре эволюционирует, не? Сменяй мне Тим, он уже пьет ядро. Быстрей! Да ему пофиг. Бейте его. Почти. Что он делает, ему плохо? Жжем паршивца. Нифига себе, а чё так больно? Оценил? Не хотел. Жуй, свинец, жуй! А чё по медику на сегодня? А ты ещё дальше отойди. Да может быть потому, что он меня туда выкинул, нет? Ну а чё ты туда? Ну потому что меня не лечит. Мимо. Банка. Он в инвизе. Внизу. Да блин, вот разводчик. Нюхай, Инг, нюхай.
Фига себе урон. Опа, отпустите. Поднимите, поднимите. Да, да. Че, все умерли? Поднимаем, проверяем. А я что, был последним? Почему мы ходим один в три? А этот один, это был ты. Ой, да ладно, что ты так переживаешь? Я хочу его убить. Игра всего лишь, боже. Нет, не игра. Че ты, блин, завелся? Я хочу побить инка. Опа, я помню этот режим. Сейчас они волнами будут ходить. Вы будете обороняться, я буду вас бить. Да, сейчас будут волнами ходить эти педики. Сейчас будет танк на максималках. А когда нам уже будут помогать, а? Слушай, по-моему, когда Инк выйдет из игры. Мне кажется, мы даже тогда сольем. Блин, он на третьем уровне. Можно сразу ливнуть? Шучу. Так, нет, не шучу. С какой стороны он пойдет? Эй, я идти не могу вперед, what the fuck. Хорошо. Алло. Стоп. Ну, там по-моему, они оттуда пойдут, не? А ума они уже идут. Я у вас вообще забыл посмотреть, кто у вас. Че такой медленный? Здравствуй. Куда он ходит? Ему не понравилось? Ребят, гранатки. На мины его видите всегда. Эйп, красавчик. Мобов. А где мобы? В реле. Они в реле постоянно. Ну вот засранцы. Я одного увела, другого убейте. Не этого. Инка? Нет, Инк не. Ну все, уже пошлите, там уже новое. Ну вот. Почему мы сзади? Непонятно. Ну просто рашит. Бля, в этой игре есть баланс, нет? Нету. Не могу понять. Научите играть. Спасибо. Дай бог здоровья. Трахан за жоп? Ладно. Шпрехан за... Я не могу тебя поднять. Ой. Поднимай. Поднимаю. Подожди, как? Ну вот. Смотри, он еще целится. Подожди, это не конец? В писюном стреляете. А что с моим хп? Как суициднус? В натуре. Нужно убить источник энергии. Убить. Питьевой источник. Иначе мы сейчас возродимся. Убей Банакова. А чё миньоны такие сильные, алло? Секунд. Ин, как дела? О, опа, полетим. Давай быстрее, Слим, спрыгивай, чё ты сидишь? А ты чё сидишь? Я не могу летать. Почему у тебя? А я тоже. Мы выиграли, да? Ну мы же на корабле, значит, мы живые. Как всегда. Вы знаете, я бы не удивился, если бы эта надпись была в начале раунда. Так, экшн.
Блин, ну ролик был интересный. О, Даша. Что? Была. А то персонаж просто был. То есть, когда, да, да, да. Когда я смотрю, все начинают орать. Это когда, блин, да идите да в жопу. Тихо, не слышно, да. Не-не-не-не, слушай, тут у меня написано эффективности, пушки, пиявки, урон. 5310. Конец. Вот это да. Так и придумали. Смотри, Андрей, тут много почитать можно. Читай, ради бога. Гляньте, сколько ущерб в долларах. Ты глянь, сколько мы поселенцев убили лучше. Да они бы и без нас спаслись. Кстати, да. А что, опять что ли? Опять насилие, что ли? Ё-моё. На этом пока все. Если вы хотите больше видео, где мы несем всякую хрень и играем в мертвую игру, то ставьте лайки, пишите комментарии, голосуйте. И обязательно делитесь данное видео с друзьями, которые тоже когда-то играли в Wolf. Возможно, им будет приятно поностальгировать. В комментариях пишите, знаете ли вы вообще эту игру, играли ли в нее сами. Жалко ли вам, что ее постигла такая участь. Вкратце, кто совсем не в теме, после анонса в 2014 году игра была очень хорошо принята и получила много наград на авторитетных выставках, но после релиза в 2015 она была встречена неоднозначными отзывами. Игру хвалили за интересный геймдизайн, хорошую графику и оптимизацию, но критиковали за плохой баланс, плохой матчмейкинг и очень дорогие дополнения. В итоге онлайн игроков стремительно падал, и в 2016 игра обрела второе дыхание, перетерпела глобальные изменения и под новым названием Evolve Stage 2 стала бесплатной. Но и это не спасло ситуацию, игра быстро умерла снова. Дважды. В том же году разработчики официально прекратили поддержку игры, а в 2018 и вовсе ее закрыли, откатив игру до первой платной версии Evolve, известной как Evolve Legacy, которую сегодня можно играть с ботами или друзьями. А что, по вашему мнению, стало основной причиной, по которой игра умерла? Давайте обсудим это в комментариях. Я их все читаю и стараюсь на многие отвечать. А с вами был Инк. Отдельное спасибо всем тем, кто смотрит это прямо сейчас на премьере. Всех люблю и целую. Скоро увидимся. Пока.